Еще одно крупное событие осени – Усчарм-экспо-2022. В течение 3 дней экспозиция будет сопровождаться яркой выставкой, которая станет платформой для обсуждения современного состояния мировой кожевенно-обувной промышленности и последних тенденций в отрасли. Мастер-классы, презентация новинок, B2B-встречи. Насыщенная программа открывает новые контакты для представителей бизнеса, а для участников – возможность знакомиться с последними новостями из мира моды. Локация, высокое качество, новые возможности, демонстрация последних коллекций. Усчарм-экспо-2022 вновь собрала профессионалов сферы и тех, кто ищет долгосрочных партнеров, стремится наращивать экспорт. А международный состав участников говорит о повышенном интересе к продукции под маркой «Сделано в Узбекистане». Это уже 13-я по счету экспозиция, где со своими индивидуальными стендами принимают участие свыше 450 отечественных и более 70 компаний с около 5000 образцами готовы продукции из 20 зарубежных стран. Выставка произвела на меня большое впечатление. Организационные вопросы находятся на очень высоком уровне. Это видно по количеству почетных зарубежных гостей, предприятий, участников и экспонентов. Выставка занимает уникальное место в развитии данной сферы. Верю, что участники эффективно используют эту площадку для развития своего бизнеса. В то же время внимание, уделяемое Узбекистаном кожевенно-обувной промышленности, показывает, насколько она важна на международной арене. Получение сертификата нашей компании означает, что работа организована не только в офисе Великобритании, но и в компаниях, работающих по всему миру. В рамках выставки мы убедились, что узбекские предприятия имеют очень положительные показатели для получения международных сертификатов. И мы начнем сотрудничество в этой области с предприятиями вашей страны. Выставка не только знакомит с производственным потенциалом всех регионов Узбекистана, но и становится диалоговой площадкой для специалистов отрасли. Говоря о потенциале отечественных компаний, в текущем году ожидается, что будет достигнут объем экспорта на сумму 500 миллионов долларов. Продукция уже поставляется на рынке более 42 стран мира. Также до конца года планируется реализовать 120 инвестиционных проектов в кожевенно-обувном секторе страны. Мы выпускаем спецобувь на рынке уже 4 года. Эта выставка дает нам возможность найти здесь потенциальных покупателей, заключить договора на экспорт. Мы не стоим на месте, постоянно прогрессируем. Мы хотим, чтобы обувь наша была не только проходила по всем параметрам техники безопасности, но также новый дизайн обуви, новые подошвы, трехцветные подошвы, колчуковые, нитриловые подошвы. А впереди еще 2 дня плодотворной работы. В рамках выставки запланирована деловая программа и презентации. Также готовится к подписанию солидный пакет документов. Редактор